Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем менять подшипники в колесе самоката. Стал, короче, колесо дробить, когда едешь, начинается вибрация, отдает по ногам подшипник. Все, на выброс. То есть тут смотреть даже нечего. Приобрел я такие вот с Алиэкспресса, такая вот набор подшипников, 10 штучек. В каждом колесе стоит 2. По отзывам почитал, хорошие подшипники. Многие хвалят. Оставлю ссылку под описанием под видео. Кому надо, заказывайте. В общем, сейчас что надо сделать? Нам надо будет снять колесо и выбить подшипники из колеса. Вот мы сняли колесо. Вот они, подшипники. Один. И с другой стороны второй. Между ними проставка. Мы, естественно, ее сохраним. И нам надо сейчас подшипники выбить, чтобы заменить вот на наши вот эти. Такими болтами они крепятся по ширине. Посадочное место, то есть на каждую самокат разное. Так, что нам надо будет делать? Нам надо будет чем-то, может быть, вот так вот. Сместить втулку и подшипник сначала один выбить, потом другой. Может быть, есть специальные съемники у кого-то, тем будет проще. Ну, мы будем сейчас, надо, короче, упереть с одной стороны в ту сторону, внутреннюю сторону того подшипника, и с той стороны в ту сторону ее выбить. Получилось все гораздо проще. Видите, я взял просто ключом, даже вот этим. Вот здесь проставка, которая между пальцами, видишь, на сторону сместилась. Я начал на нее даже давить. И подшипник стал вылезать. Вот, он выскочил, наша втулочка. Вот, если так вот проводить, чувствуется такая вибрация. Ну вот на новых гладко идут вообще. Здесь есть небольшая, но они еще, как я вижу, вполне нормальные. То есть, если куда-то надо будет ставить не ответственные конструкции, можно их сделать, применить. Ну, сейчас будем снимать второй. Ну, вот, поставил я новые. Честно говоря, вот, если проводить, второй гораздо хуже. То есть так дробит. Поэтому, когда быстро едем, он дробить начинает. Поэтому, если у вас дробить начинает колесо, значит, это подшипники надо менять. Ну, сейчас будем ставить болты, болт, соответственно, затягивать. Главное, посадить надо на фиксатор резьбы. Вот такой вот у меня фиксатор резьбы разборный. Леруа, я покупал его. Здесь, видите, еще даже расстался след родного фиксатора синенького. Все, будем ставить. Ну, все, поставили. Закручиваем сильно. Естественно, фиксатор сделали, чтобы у вас во время движения не открутился. Ну, как видите, ничего сложного здесь нет. Главное, это приобрести хорошие подшипники. Потому что бывают, конечно, дешевые, плохие. То есть, в подшипниках и дело. То есть, если у вас какие-то проблемы с колесом, вибрирует, дробит, плохо катится, накат плохой, это дело в подшипниках. Смело заказывайте, меняйте. 5-минутное дело. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели. Пишите в комментариях ваши вопросы, замечания. Может, какие-то мысли появились. Всем пока.